Парни, что касается промокода, в этом ролике его не будет. Он будет, как помните, раньше я делал, промокод оставлял в группе. То есть, что вам нужно сделать, чтобы получить промокод? Заходите в группу «Халява от Василько», в описании будет ссылочка, там написано. Блять, уже не знаю, как объяснять, но просто некоторые либо рофлят, либо не понимают, когда я объясняю. Вот «Халява от От Василько тире ссылочка на группу. Переходите туда, заходите в эту группу, нажимаете сообщение. Даже я вам сейчас скажу, как это все делается. Ну, у себя посмотрю. Нажимаете написать сообщение. Вот будет. Блин, вот подписались. Подписаться надо обязательно, кстати, да. Нажимаете сообщение. И в сообщении пишите плюсик. Когда вы написали плюсик, вам бот автоматически отправляет промокод на 10 рублей на AppX вот из этого ролика. Все, приятного просмотра, мы переходим к ролику. Погнали, парни. Получается так, что ролик очень жесткий, пацаны. Промокодик для вас будет, но 42 рубля уже. Пацаны, ролик с 4 рублей подняться на APX. Это очень, думаю, что сложно, но хотя уже 42 рубля есть, и это уже прогресс какой-то. Подписываемся на канал, ссылочка на сайт без закрепа в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарии, и первый комментарий именно ссылочка на данный сайт. Без депозита вы ничего не сварите. Ну, это я вам как говорю. Вот не хочет она, вот понимаете? Ну не хочет ни в какую. Давай, по-братански, по-братански. Навали лепеху. Навали, навали, навали. Ну с 4 рублей, по сути-то, в теории, можно подняться. 109 рублей забираем, 202 рубля уже есть на балансе. На балансе или на балансе. 200 рублей плюс, это уже 400. Я думаю, даже можно поднять с вами. Что мы с вами можем поднять? Ну давайте так, ки поднимем, попробуем косарик. Косарик поднимаем, и можно спокойненько, со спокойной душой сматываться с этого всего, с этой темы. 450 рублей, с 4 рублей. Здесь я на 35 месте, поэтому битва коэффициентов, заходим. Краш нажимаем, потому что это маленькая-маленькая сумма. Согласен, 58 ставим фастиком. Блин, не успел. Ладно, ничего страшного. Хорошо, что не успел, да? Вот эту ставку мы заливаемся на 3x-овочки. 3x, 3x. Красава! Дайте мне ролик доснять, и я уйду отсюда. Дайте мне ролик доснять, пожалуйста, ну прошу. Не слышит меня. Ну, понятное дело. Понятное дело, что не слышит. 3x забрали. Заходим в мины. Я думаю, что мы к концу этой всей темы добьем что-нибудь с вами интересное. Пока что, а пока что. Сука. 672 заберем. Еще раз сыграем. Таким же образом заберем. 1286 мы уже сделали. Больше, чем я хотел, по сути. Хотя, стоп. 1579. 1809 с 4 рублей. 4 рублей. Я не помню, что кто-то такое делал вообще. Я знаю, что на инвуте поднимали большие суммы с маленьких. Но здесь я не помню, чтобы такое было. Давайте сделаем, так и скажем, давайте сделаем миллион и уйдем. С 4 рублей миллион, это, бля, это пиздец. 3 косаря, 227 рублей ставим, неважно исход событий, понятное дело. Пацаны, 3 косаря, с 4 рублей, пожалуйста, делайте, кто хочет. С 10 рублей вполне можно поднять, мне уже люди писали, 7600 с 10 рублей поднимали, 8000 с 10 рублей поднимали. И это не только я, как бы. Поэтому, пацаны, с 4 рублей мы сегодня сделали 3000. Это x. Сейчас даже скажу, какой x. 3000 делим на 4. 750x, пацаны. 750x мы с вами сделали на APX сегодня. С 4 рублей 3000. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки. Оставлять сложные комментарии. С вами был Василько. Еще увидимся. Всем удачи, всем адьос. Удачи, парни. Покедова. Пока.